12 муниципальных образований Новосибирской области подписали соглашение о совместном развитии. Сегодня в столице региона проходит Всероссийская конференция по вопросам агломерации. Сергей Толмачев расскажет подробнее. Поздравляю всех с таким путем, который мы прошли. Это только начало. К этому моменту шли больше 2 лет. Огромная предварительная работа, сотни встреч и согласований. Сегодня 12 городов региона подписывают соглашение. Это фактически день рождения Новосибирской агломерации, одной из самых перспективных в стране по федеральным оценкам. Ну, сегодня много говорили о развитии Новосибирской агломерации. Очевидно, мы ее рассматриваем как наиболее перспективную. И в первую очередь потому, что мы видим действительно серьезную заинтересованность руководства области в развитии этого проекта. Ну а с точки зрения технических и экономических предпосылок, здесь очевидно, они все присутствуют. Создание агломерации – процесс для России новый. У каждого города, который в нее входит, свой устав. Чтобы ничего не мешало работе над совместными проектами в нескольких районах, депутаты Заксобрания разрабатывают свод областных законов. Чтобы это было понятно всем, доступно всем, это связано с землей, это связано с совместным ведением бизнеса, и малого, и среднего, и распределение налогов. Все это должно быть законодательно оформлено. В каждом районе будут использовать свои преимущества. Например, в Искитимском создадут строительный комплекс полного цикла, от добычи сырья до монтажа сборных панельных домов. Новое производство – это миграция населения внутри области. Поэтому будут построены сотни тысяч квадратных метров и не только жилья. Для того, чтобы обеспечить затем проживание на этой территории, комфортное проживание, это и детские сады, это и школы, это и амбулатории ФАПы, это и инфраструктура вся, и дороги, и коммуникации, и так далее. Транспортную модель агломерации разрабатывают с учетом районных особенностей. Логистический центр «Аэросити», который построят вокруг аэропорта Толмачева. Сегодня подписали соглашение с инвестором. Это как территория в совокупности к проекту, прорывному проекту «Аэросити», развитие вот комплекса. Она территория, которая будет, ну, под, знаете, как сказать, подбадривать ситуацию аэропорта, развитие большого комплекса своим инфраструктурным, жилым комплексом, социальным большим комплексом, транспортными развязками. Все это должно увеличить поток инвестиций в нашу область. Уже есть несколько крупных проектов, которые интересны большому бизнесу. Новосибирская агломерация учитывает интересы не только жителей нашего региона, но и 500-километровой зоны вокруг Новосибирска. Это Омск, Томск, Кемерово, Барнаул. Все эти территории получат дополнительные возможности для развития. Хотя бы потому, что создание «Аэросити» улучшит транспортную логистику. Сергей Толмачев, Александр Егоров. Новости ОТС.